Мы решили с Вайдером посоревноваться, кто первее пройдет новый челлендж на 2000 звезд. Также напишите, ребят, как вы думаете, кто из нас победит, я или Вайдер, 40-й левел челленджа. Ну а тот, кто проиграет, будет выполнять желание, которое вы напишите в комментариях. Друзья, ну а перед просмотром нашего с Вайдером батла рекомендуем подписаться на канал Crazy MD. На этом канале вы сможете найти море классных видосов по танкам онлайн, а именно ZLP, прохождение челленджей. Почти все челленджи он тоже проходит, как и я. И самое классное, то что все видосы с монтажом и под классную музычку. Поэтому переходите по ссылке в описании, зацените, ну от меня обязательно передавайте привет. Ссылка в описании. Всем привет, друзья, с вами Big Tanks, и прямо сейчас я получил 40-й левел челленджа. Напомню, их всего 99, и это только, это даже не половина, это просто пипец. И сегодня мы с Вайдером, поздоровайся. Всем привет. Мы сейчас посмотрим краску, уникальную краску, которая аж на 40-м левеле, это 562 звезды. И сегодня, ребят, мы решили с Вайдером посоревноваться, кто первее пройдет новый челлендж на 2000 звезд. Это вообще дохренище. И, ребят, я уже получил краску, которая называется «В ловушке». Такая вот, что-то петюлечка такая вот от разработчика, может быть, ореховская рука у нас, собственно. Давайте посмотрим, что это вообще... закраска, давайте листаем. У меня, кстати, все краски почти челленджевые. Так, а, тут типа руки такие появляются, да, я так понимаю. Давайте посмотрим на каком-то корпусе. Блин, я даже не знаю, на чем посмотреть, чтоб прям было вообще идеально видно. Она такая темная, и эти надо руки... на каком-то М0 смотреть, если что есть. Либо да, на диктатор. Ну, типа, я вот пытался сейчас посмотреть на М0. Диктатора у меня, к сожалению, нет. Ну, М1 можно, конечно, купить, у меня все равно кристаллов дофига. Вот. Ну, как-то, не знаю, она мне, если честно, понравилась изначально, когда я ее увидел, но так, ну, незаметно, что это вообще ладони, руки или что тут появляется. Ну, такое, ну, пойдет, в принципе, как первая. Она, кстати, на 40-м левеле, представляете, это просто пец, обычно где-то 22-й левел и все. А тут 40 левелов, и, ребят, смотрите, сколько еще нужно идти до следующей краски, это еще половина челленджа. Веселое время, когда проходишь челлендж, веселое время. Короче, ребят... Мы сегодня решили вот такой вот придумать, и Вайдер говорит, вот я возьму тебя, обгоню и посмотрим. Я такой, да ну вообще посмотрим, я буду задротить дольше. Но в итоге мы хотим попробовать по приколу пройти на скорость этот челлендж тоже. И кто из нас первее пройдет, тот и победит. А кто проиграет, то победитель тому придумает желание. А какое, пишите в комментарии. И также напишите, ребят, как вы думаете, кто из нас победит, я или Вайдер. Вот, просто пишите в комменты, но там посмотрим, и желание тоже обязательно напишите. Какой-то прикольный, только не нужно там писать, там, я не знаю, съешь лимон там какой-то, ну что уже было давно, вот, или что-то с контрацептивами связанное, тоже не нужно. То есть, ну, вы поняли, что-то более-менее адекватное, но чтобы это было интересно и проиграть вообще не хотелось. Вот, у нас сейчас примерно одинаковое количество звезд, стартуем. Давай. Вот. Как ты думаешь, вот что такого можно придумать, и что ребята нам придумают, что нам вообще не захочется проиграть? Потому что сегодня мы не закончим челлендж, то есть второй день, да, мы не закончим, но уже идея будет в комментах, и мы можем просто пролистывать и смотреть, что кому-то из нас предстоит уже выполнить, вот. Ну, это жестко, зная как бы их воображалочку... Вот, мне кажется, придумывать что-нибудь такое прям эдакое, что прям в натуре посмотришь и прям захочешь удалить этот ролик, чтобы не выполнять. Да, ребят, поэтому смотивируйте нас лайками. Давайте, если наберется 1000 лайков, то мы выберем какое-то среднее такое желание. А если, допустим, там 2000, то прям, ну прям потяжелее. А если 3000 лайков наберется, ну вдруг, то выберем вообще самое хардовое желание из комментариев. Ну, то есть... Все зависит, в общем-то, от вас, поэтому лепим Лукас и в комментарии пишем свое желание. Уже будем смотреть по хардовости, по лайту. Ну, короче, опять же, все, да, зависит от вас, потому что, ну, если вы наберете там, не знаю, там, немножко лайков, а нам придется там выполнять желание какое-то там прям сверхжесткое, то, не знаю, будет ли мотивация какая-то, да, что ли. Да. Вот. Вот, к слову, ребята, кстати, за 3000 лайков мы, в принципе, даже готовы выполнить какое-нибудь желание, связанное, допустим, брить одну бровь там или взять, допустим, не, это я к примеру, я просто говорю, какие жесткие будут желания. Я могу еще покрасить волосы, но это как вообще максимально. Покрасить волосы, либо взять, допустим, как знаешь, девчонки вот эти на ногах у себя выщипывают волосики, а у нас очень-очень жесткие как бы ноги. Ё-моё. И вот это вот сделать, мне кажется, это будет очень жестко.
Да, но, ребят, ну как вы поняли, как сказал Вайдер, собственно, это хардовое, это прям сверххардовое желание, то есть, которое тоже, возможно, такое будет в комментариях, но это уже на 3000 лайков, поэтому, в принципе, пожелайте нам удачи, потому что мы, если честно, как-то печально набиваем, мы вчера вообще набили всего лишь по 400 чем-то звезд, то есть, ну, не, Вадим набил 500, 4 где-то, да, ты набил, или 510, что-то такое, вот. Да-да-да. А я на где-то 90 меньше, и сегодня вот я догнал, немножко перегнал Вадима на звезд 20, наверное, вот. И мы сейчас идем вот прям вот чутельку в чутельку рядышком, и поэтому тут уже, знаете, прям интрига-интрига. Тут нужно жестко играть, много задротить, и опять же, да, это, я думаю, будет мега жестко, потому что 2000 звезд, мне кажется, вот... Вот, вроде бы, вот так подумать, да? 250 звезд, отличие от прошлого челленджа. Но 250 звезд, сколько они будут зарабатываться, это вообще пипец. Это плюс 4 часа. О, там читер! Там, ты видишь его? Не подъезжай. Он тебя сожрет. Смотри, ты видишь это? Вадим! Что происходит? Это читер! Он просто... Он на спидхаке, джиггернаут спидхакер. Ребят, я не знаю... О! Я просто читак сраный на джиггернауте. Крит! Я Джаггер Крит, блин! Так, я загрузился. Вайдер, что там происходит? Читера убили? Да, это читер просто! Нифига его не убили. Такой бред вообще, ребят, вы представляете? Все, убили. Класс вообще, просто чувак без читов убил чувака с читами на джиггернауте. Это прикинь, как ему должно быть сейчас стыдно. Так, ну мы, кстати, ребят, играем уже на таких званиях, где дофигища М2, в принципе, более-менее. Вот, и кликаемся в быстрый бой, то есть у нас нет какой-то, вот если вы спросите, Big Tanks, какая определенная какая-то, может, тактика по набиванию звезд в каком-то режиме? Первые челленджи, да, я набивал вообще самый первый только в ДМ. Потом мы, вот, наверное, все челленджи, он, я его минус кинул, в ЦТФ. А сейчас мы бьем просто в быстром бою, потому что, во-первых, очень быстро кидает, и пока мы, допустим, ждем тоже ЦТФ, да, который хочется поиграть, то проходит время, которое мы могли бы в бою, в принципе, отыграть и уже получить какие-то там звезды. Поэтому мы кликаемся по фасту сразу в быстрый бой и уже там... По ходу дела, куда закинь, тогда закинь. Конечно, если там карта печальная, то мы стараемся выходить с мега больших карт. Опять читер раст! Смотри! О, боже мой, а. Это просто жесть! Так, он настолько не па... Ну, типа, вообще, что это? Посмотрите, я не знаю, у него... Его снова слили. Просто аббас. Вы понимаете, ребят, что с ним сделали. Но это жесть. Просто лайк, у кого тоже попадаются такие читерасты. И это просто жесть, ребят. Вот лайк, кто их ненавидит. А вот... А, кстати, а кто он? Вот именно на танке, не на джиггернауте. Кто он? А, я не знаю. Какой у него танк? Вот это Воспарелия, нет? Блин, я даже не знаю. А, вот, Воспожига. Воспожига, М1, да, вот он вверху меня. Смотри, 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 смотри. Видишь? Лол, да. Просто жесть, он еще и толкает своего джиггернаута. Хочет его, это, долетнуть, походу. Угу. Ё-моё, ребят, это просто жесть. Я не знаю, как так. Ну, кстати, мы вообще как бы читером не видели. Хотя нет, вчера я видел читера, который тоже флажки увозил на спидхаке. Кстати, это не он? Не, вроде бы не он. Вот, ну то есть они не так часто попадаются, но когда попадаются, то какие-то именно спидхакеры. Вот только спидхакеры. Прям жесткие, которые конкретно носятся. Но на джиггернауте я впервые вижу читера. Серьезно. Вот. У нас еще минутка. Вот. И, кстати, вот по краскам. У меня, если честно, была надежда только на вот эту краску, в которой сейчас я рассекаю. Тоже, ребята, оцените эту краску. Там всякие гирлянды. Да, там какие-то новогодние, Дед Морозовские краски. Ну, типа, я не знаю. Прикольно, в принципе, в преддверии Нового года, все дела, весело. Но, блин, хочется какую-то эпичную уже краску, раз ты проходишь нафиг челлендж на 2000 звезд, и тебе за 2000 звезд на, не знаю, где-то на 1700 дают краску. Так, где тут у нас краска? Сверхофигенная, под названием «Под елкой». Вот, наверное, этот челлендж мы с тобой, когда набьем, будем под елкой, Вайдер, потому что это просто пец. Ну вот, кстати, можно что-то с Новым годом будет ассоциация, ребят, тоже у вас когда будете придумать. Ух ты ж, нифига себе. Ох, ты ж, нифига, вот этот чувак, он... Это на оверке. Кстати, у нас 5-5, Вадим, и походу я получу меньше звезд. Я убил джиггернаута. Но ты красава, я походу получу меньше звезд. Не знаю, так наша команда теперь побеждает. Да? А, но ты на третьем месте. Блин. Не, ну может быть я сейчас, конечно, кого-то завалю, но мне кажется, вряд ли. 5 секунд. Ну, в принципе, у меня шанс есть, но... Нет, 4 звезды. Блин, чуть-чуть, что-то делал непонятно, перезагружался. Джаггера забрали, блин, своровали. Вот, поэтому, ребят, пожелайте нам удачи. Мы просто настроены мега жестко. С вас лайк, подписка на канал, на мой, на Вайдера. И много-много лайков, собственно. Да, и комментарии тоже пишите. Вот, с вами был Big Tanks и Вайдер. Всем удачи, всем пока, друзья. Всем пока-пока.